Вот если бы в Организации Объединенных Наций вас слушают все входящие в эту Организацию Объединенных Наций, вот что бы вы им сказали? Я бы сказал, что существует закон природы, который ведет нас к абсолютному сближению друг с другом, и мы ему сопротивляемся своим эгоизмом, и поэтому впереди нас ожидают очень серьезные конфликты наши с природой. И нам от них никуда не деться, если только мы не начнем себя переубеждать, переучивать, перевоспитывать. Это наша проблема. Вирус на самом деле – это вирус эгоизма, который сидит в нас, который не позволяет нам соединиться между собой и дружески вместе развиваться.